Вот такая вот коллекция у меня доисторических лего-существ. Пишите, понравился она вам или нет. Понравился ли вам монтаж видео, которого почти не было. И, как вы видели, в нем были задействованы все три персонажа нашего канала. Это Тим, Дерен и Елена. Два брата и сестра, мстители мира юрского периода. И помните, я ведь рассказал вам о них не так давно. Но мне кажется, что с того момента прошла уже целая вечность. И вот уже 2023 год. И я вас всех с этим поздравляю. Мы прошли этот год. Он был непростым, как любит говорить наш президент Владимир Владимирович. Но мы простояли, и посмотрите, как развился наш канал. Мы буквально с 10 подписчиков добрались до почти 200. И это огромный прорыв. Я говорю вам всем спасибо, и давайте так держать. В 2023 году мы сможем добить 500 подписчиков, а возможно даже больше. Я в вас верю. А перед тем, как вы уйдете, я хочу рассказать больше о персонажах моего сериала «Возвращение на Объект Б» и также о его сюжете. Потому что в сериях по одной минуте или даже меньше рассказать это не очень хорошо удастся. Итак, сейчас я вам покажу всех персонажей данного сериала. Это Елена, да, тезка ее. Дальше это Гарри. Баффер. Кай. Давайте их вот так подвинем, чтобы все поместились. Потому что персонажей довольно много. И Оли. Вот они, пятеро наемников, которых наняла Инжен, чтобы они поймали динозавров и привезли их на Нублар. Действия сериала разворачиваются где-то в 2004 году, после смерти Джона Хэммонда, когда Мазрани купила Инжен. И, конечно, это не единственные персонажи. Также есть начальник службы безопасности Вик Хоскинс. Он заправляет операцией. Разумеется, доктор Генри Ву. Зейн, его помощник. И оперативный менеджер мира юрского периода Макс Коннеган. Но хочу поправиться. Это не оперативный менеджер, а оперативный менеджер на стажировке. И, возможно, скоро он будет уволен, а возможно случится даже что-то похуже. Но не буду вам пока что спойлерить, чтобы вы с удовольствием посмотрели следующие серии моего сериала. Сейчас идет работа над сценарием 3, 4, 5, 6, 7 и 8 серии. И это будет первый сезон. Но также в сериале будет второй сезон, и я его уже анонсирую. Он будет примерно через неделю после первого. Но давайте теперь поговорим о сюжете. Ну да, сюжет наемников прислали на остров Сорна. И они будут в первом сезоне просто добывать ДНК динозавров, ловить их заживо, чтобы привезти на Нублар. Но, однако, постепенно они будут понимать, что на острове что-то творится неладное. И доктор Ву, возможно, что-то скрывает. Но вы, если хорошо шарите в юрского периода, вы знаете, что доктор Ву где-то в 1998 году создал спинозавра, цератозавра, каритозавра и новых велоцирапторов. И они появятся в первом-втором сезоне сериала. И, собственно, это будет главной темой сериала. То, что что-то там намешано, и операция может быть не такой простой, как кажется на первый взгляд. Ну, так что ждите новых серий, они выйдут где-то в январе-феврале. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока и до новых встреч на канале Jurassic Guy. И еще раз поздравляю вас с новым 2023 годом. Пока.